Доброе утро. Федеральная служба судебных приставов. Будьте добры, дверь открыть. Домофоны не спасут должников. Это только временное препятствие для службы судебных приставов. Налоги необходимо платить исправно, напоминают специалисты, чтобы избежать неожиданных визитов и ареста вашего имущества. А где Елена Анатольевна? Она сейчас здесь не живет. А где она живет? А вы кто ей приходите? Мама. Частая картина. Должник либо не живет по указанному адресу, либо просто не открывает дверь. Но в этот раз немного другая история. Елена Анатольевна уехала в РУЗу, а вот ее мама дома. Ей и вручили судебные приставы постановление о взыскании транспортного и имущественного налогов. Долги по налогам. Транспортный налог, имущественный налог. В списке 20 фамилий. У каждого накопилась существенная сумма долга. Скрыться от уплаты налогов не получится. Приставы могут наложить арест не только на имущество, но и на банковские счета, а также ограничить выезд за границу. Поэтому необходимо оплачивать транспортные и имущественные налоги вовремя, чтобы спать спокойно. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».